Всем привет! Сегодня у нас будет очень интересное видео для определенного круга людей. Мы проведем замер мощности радиостанции BAO-G BJ218, а также произведем замер КСВ автомобильной антенны Nagoya SG-M507. Данная автомобильная радиостанция работает в двух диапазонах VHF и UHF, и также есть возможность выбора низкой, средней и максимальной мощности. Замер мощности мы будем производить ваттметрами, частотомером GI-561 на частотах 145-500 и 433-500. Будем устанавливать в меню низкую, среднюю и максимальную мощность. Замер КСВ будем производить с помощью прибора Suricom SV-102, также на частотах 145-500 и 433-500. Ну и сразу хочу предупредить, что это будет не совсем точное измерение, поскольку антенна у нас установлена на магнитном держателе и как бы земли нет на данном соединении. Частота 145-500. Режим низкой мощности 4,7 ватта. Частота 145-500, режим средней мощности 12 ватт. 145-500, высокая мощность 24 ватта. 433-500, режим низкой мощности 4,5 ватта. 433-500, средняя мощность 9,5 ватт. 433-500, высокая мощность 16 ватт. Частота 145-500, максимальная мощность КСВ 1,32. Частота 433-500, максимальная мощность КСВ 1,66. На этом закончим сегодняшнее видео. Как вы сами смогли убедиться, данная радиостанция в связке с антенной Nagoya SG-M507 показала очень даже неплохие результаты без предварительной настройки. Если кому вдруг понадобятся данные девайсы, ссылочки будут в описании. Также, если видео кому было полезно, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!